был меч. И куда чистить? Так? Так? Довольно мало шансов выжить. Так? Больше. И на самом деле он хочет меня повернуться и дальше давай. Вот смотрите. Да. Но за это долго. Уйди. Не старайтесь своего партнера слишком грубо тащить здесь за воротник. Да? За руку человека сюда за воротник не очень удобно тащить. Надо использовать его желание поворачиваться. Поворачиваться, да? Вот так. А он должен иметь желание тут поворачиваться, потому что почему он стоит? Да. Да. Поднялся контакт вам. В 1906 году все еще раз.
есть проблема, и вы многие с этим встретились. Когда рука идет вверх, провернуться несложно. Да, очень многие люди проворачивают руку, уходя тем самым от руки. Они ничем не спасаются, потому что если у них проворачивается рука, они все равно попадают под удар, да? Но бросок не получается, и все расстраиваются. Особо расстраиваться не надо, потому что ваша задача все-таки не красоту наводить. Но вот его положение этой руки, оно оправдано. Он мою руку контролирует. Я, собственно, не могу атаковать, да? Кидать могу. Поэтому не очень важно, сверху вы делаете, не сверху. Это не суть действия. Суть вашего действия состоит в том, что вы бедро вперед идете. Вы должны атаковать. Давайте себе скажем, кто там третий. Не так, как мы привыкли. Ему не хочется так ходить. Если я буду на этом ловить, ему не хочется так ходить, он будет подождать. Так. О. Движение. Здесь. Вверх. А теперь
вверх, вниз, он ушел, и я вместе с ним. Айки, да? Иероглиф айки, это не ай, это не любовь, это кто-то обманывает вас. Ай, иероглиф, да, вот, ау. Это не иероглиф любовь. Хотя иероглиф любовь тоже читается как ай. Но он совсем другой. Ай – это совпадение, совмещение, это гармония, в смысле гармония цвета. Вот если человек оделся, и у него цвета гармонически совпадают, это ай. Если человек делает копию ключа, это тоже будет ау. Тот же самый иероглиф. То есть ай – это совпадение по направлению, совпадение по смыслу. Поэтому, когда вы делаете, занимаетесь своим ядром уже, старайтесь именно вот использовать не грубую физическую силу, а чуть-чуть проанализировать намерение вашего партнера и ваше намерение. Чтобы было эффективно, намерение ваше должно совпадать с намерением партнера. То есть вы без конца должны помогать партнеру реализовывать его намерение, но всегда со своей идеей. Таким образом, чтобы птичка у вас не улетала. Не надо здесь ничего, силы не надо здесь прикладывать. Если вы приложили слишком много силы, вы не знаете, что будет делать ваш партнер, куда он будет делать. Вы должны его как почувствовать. Да? Что мне идти? Да никего, ты. Перехват руки. Не освобождая его руку от давления. Здесь уприте в пол плечо. И садитесь. Да, нет.
положил, да. Расслабился. Ты корпус прямой, пожалуйста. Да, 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 еще расслабился. Руку положил так, чтобы удобно стучать. Нет, сюда загни. Нет, загни, загни. Вот, вот. И получай удовольствие. Выдохни, ноги, пожалуйста, не должны открываться. Если вы отрываете от пола ногу, когда вам делают болевой, это значит, что вы напрягаете спину. В результате вы дергаете себе позвоночник. И потом будете удивляться, почему у вас боли в позвоночнике. Потому что вы вместо того, чтобы получать удовольствие здесь, это очень полезно. Вот Павел Леонидович не даст соврать. Массаж для сердца, он вот так вот выглядит у тайцев, вот так. Очень помогает соответственно, ничего, он сопит, но ничего, не стучит, не больно, да, не кричит, ничего ему не случилось. Пусть расслабится и здесь делает, расслабься. И здесь то же самое. Вот так. Вот, сердце. Ты чувствуешь, чувствуешь, когда там шея больно, да? Это правильно, прямой. Бедра повернуть, потом ногу. Войти, бедра повернуть. И руками, да? Держи руку, пожалуйста. Держи руку. Не руками. Нельзя сидеть все так шумно. Да, вопрос надо. Не руками. Руками я сделать ничего не смогу. Где бы я ни стоял, это нельзя сделать. Корпусом все можно сделать. Руки не работают. У тебя работает корпус и ноги. И вперед также можно. Без разницы. Корпус идет. Живот. Давайте еще. Даже вот я отрастил толстую руку, и то намного тоньше, чем тело. И как я хочу одной этой рукой тело своротить, это вообще возможно? Уход. А теперь все тело действует. Рука ничего не делает. Мы с вами говорили уже утром. Уход. Все тело. Уход. Все тело. Теперь это вот туда действует. Вот после этого положения, вот в этом положении, у него есть предплечье и локоть. Расслабься, остался. Да. Мне нужно сделать так, чтобы его предплечье и локоть уперлись ему в живот, и все это двинулось вот сюда. Это направление моего действия. Рука иллюзия. Она у меня совсем не напрягается. Смотрите. Я могу за ней пойти, могу не идти за ней. Мне главное обеспечить, чтобы вот его рука, его локоть шли к нему в живот, вот сюда. И сделать это я могу только своим телом. Отойди назад, вернуть все ему тело. Отойди назад, вернуть все ему тело. Давайте еще. Кириллтос. Нога уходит, рука идет почти к колбу.
руке, когда он держал руку, да, после этого оказывается слегка развернутый. Вот здесь просто его как бы разрезаем, разрубаем по всей длине сверху вниз. Тело движется. Повернуть, вам надо вот за это плечо его повернуть, а это довольно сложно. Это противоположное плечо. Оно в обратную сторону должно тянуть. Да? Вот если вы вот это делаете, я буду потом вам понять. Но вам-то зато плечо надо вести обратно, это неудобно. У вас есть два варианта. Или взять за шкирку, как я это делаю. Да? Или если вам по какой-то причине за шкирку брать неудобно, вы должны взять вот это место. Головы и двигать голову для того, чтобы голову привести к своему плечу. Привести ее, да? Не надо хвататься, не надо впиваться в шею. Больно, неприятно тому, с кем ногами вы делаете. Приведите голову сюда. Тогда это будет ориентир. Голову к плечу. Ну, лучше поддерживайте за воротник. Но за противоположное плечо даже здесь не надо. Хотя я буду его обратно вести. Да? Вот. Воротничок есть для этого. Что? Вот голова у него плеча, видите? Я голову положил в плечо. А теперь делаю ремень. Вместо того, чтобы положить голову, ремень не делать. Да, это профанация. То есть, ну или человек совсем не стоит на ногах, или вы обманываете друг друга.
сделал, то, пожалуй, ему очень легко оттуда, да, вот так он сделал, да, или просто дать мне по затылку кулаком, что тоже очень прикольно. Ну, ну что угодно. Я повернулся к нему спиной, я без защиты. Поэтому мой уход вот сюда. При этом, уйдя сюда, я должен сделать так, чтобы моя атака его останавливала. Руку я подставляю только в тот момент, когда он бьет. Дальше мне уже не так важно. В какой-то момент я голову защитил. Потом мне это не так важно. Херак, мы идем делать, да? Херак. Потом проходим. Здесь все как всегда. Голова. Какое направление при этом получится, это уже не очень важно. Еще раз. Удар, нога, поворот, атака и разворот. Проход. Мимо. Сделал вот такую вот штуку, в нее вошел. Голова близко меня не ударит. Руки близко, бедра далеко, бедра подвигаю. Понятно? Руками не особо справишься. Бедра вышибли, потом руками. Руками здесь он здоровый, да? Я взялся не так, не справлюсь. Бедра вышибли. Как всегда, корпусом. Еще раз. Уход, юкумей, нога. Он для всегда не надо. Потом бедра. Никаких перекатов нет. Потом можно сюда. Итак.
Можно вперед. Можно вперед. Стоять очень плотно. Хорошо в него упираться. Можно? Давай. Как и Риме на месте. Только рука сверху. Вот здесь. Не тяните за эту руку. Просто повернитесь. Вот здесь. Он поворачивается, и у него есть левая рука, которая хорошо может описать вот такую траекторию. Да, описывает. Тело. Не хватай руку, врача бедра. Вы не сделали. И народу много, и пользы мало. Надо сделать уши руки. Не надо. А ее полный чи. Повторяйте. Полный чи. Дай сам плюса. Почему я вам показывал вот это? Когда мы делаем санкью, надо контролировать тело. 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 Вот здесь надо контролировать тело. Вот оно. Он хотел бы встать, но я ему не даю. Видите? У меня тело наклонено вперед, рука выставлена таким образом, что я упираюсь ему в плечо. Рука выставлена таким образом, что я упираюсь в плечо, и когда он встает, он упирается как раз в это место. Я могу держать. И вот теперь отсюда, практически не утратив контакта ни в одной точке, я делаю умоте, санкё умоте. Сюда спустился, продолжаю держать его кисть, беру, не отпуская второй руки, и только потом беру. Ни одно мгновение. Да? Вот, пошли. Взял я его, и здесь я уже выставил локоть. Если он будет вставать, я его буду отправлять локтем вниз.
Нить, которая держит кисть, должна быть прогнута. Если она выгнута, то с его рукой ничего не происходит. Видно, да? Вот когда я так сижу, с его рукой не происходит ничего. Для того, чтобы с его рукой происходило что-то, моя кисть должна быть прямая или вогнутая. Ураваза. Уход тот же самый. Потом я его поднимаю на локте. И здесь, освободив кисть, вот таким движением по руке, беру его пальчики, не хватаю. После этого я вставляю предплечье, заставив его двинуться вниз. Беру кисть и прижимаю к своему телу. Вот эта штука прижата на уровне моего пояса. Эта штука прижата на уровне груди. В этом положении ему особо неудобно встать. Попробуй встать. Рука зафиксирована на моем теле. Если я сделаю это здесь, моя рука достаточно слаба, чтобы я не очень мог с ним справиться. Здесь мои руки приделаны к моему телу. И его рука недостаточно сильна, чтобы справиться с моим телом. Вот отсюда, не дав подняться локтю, уходим назад. Ураваза. Вот отсюда, не дав подняться локтю, уходим назад. И опять. Всех здесь, держу кисть. Опять переезжай сюда. Вот сев здесь, я держу его кисть до последнего. И даже здесь, когда я перехватываю, я двумя руками сохраняю, пока я не взял кисть правильно. Фиксирую локоток. Санки. Много наговорил? Но постарайтесь запомнить на будущее. Да? У вас так вот, чтобы вылезало там. Каждый месяц счет, чтобы вылезало. Что я сказал? Сделайте еще. Очень медленно делаю, чтобы вы приблизительно поняли идею. Бам! 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 Идея такая. Идея вот такая. Хираку и вперед. Документ. Хираку вперед. Катадури. Кира. Раз. Браво, так и статики.
Раз. Давайте попробуйте. Кота дури, купил ноги. Давай, точнее. Умотываза. Ураваза. Вот это колено направлено на меня строго, не сюда, понятно, да? Строго на меня. Расстояние между коленями, как будто вы идете по лыжне. Вот, вот не колено перед коленом, не на одной линии два колена. Да? А расстояние такое, как будто у вас ноги на лыжне. Вот. Коленки направлены вперед. И не стоит на земле. Вторая нога подтянута под себя. Вот только это. Шумные лети. Свои глаза, шумные лети. Тот, кто уке стоит на пальчиках, руки на коленках. И подставляет руки только в тот момент, когда бьют. Соответственно, подставляет так, чтобы было правильно. Если левой рукой бьют, то левая рука выше, правая около локтя. Если правая рука... Понятно? Очень просто. Длинный шаг вперед, и нога подтягивается под себя. Длинный шаг вперед, и нога подтягивается под себя, и старайтесь колено оставить.
Вот ваше положение. Если вы встанете, получится вот так. Если вы сядете, получится вот так. В этом положении вы должны остаться. Давайте еще. Длинный шаг. Подтягивайте ногу вперед. Я делаю один и тот же шаг, под 45 градусов строго. Он делает один шаг вперед и встает, никого не трогает, ничего не делает. Пожалуйста. Это опять слишком близко. Я, конечно, уйду как-то, но наше столкновение было слишком сильным. И не факт, что я выдержу, если он на меня навалит. Поэтому 45 градусов. О, стой. О. Сорок пять градусов, вставай.
Ставьте глаза. Ставьте глаза. Катаду ри дай и кё, вот это ура. Тозо. Держи, не отпускай. Держи меня. Это вот так надо делать. Да? Нельзя отпускаться раньше времени. Нельзя пытаться сорвать эту руку. Нельзя пытаться сорвать эту руку, чтобы сделать прием. Да? Надо использовать свое плечо, чтобы подвинуть его куда вам надо. И использовать свое плечо, чтобы он сам вынужден был отступиться от ошибки. Понимаете? Тренируйте это. Давайте еще. Тачи ваза, то есть стоя. Катадури. Да, и кё та. Понимаешь вас? Вчерашний документ, помните? Вперед. Если я буду его здесь вот гнуть, то он будет действовать в ответ. Я должен успеть этого отправить. Пропустить локоть вперед, вернуть локтю. Ясно? Ну еще один.
Куда он бегает? Зачем? Что там есть? Сразу вперед. Вот так. Здесь очень важно, чтобы руки продолжали держаться. И здесь тоже, чтобы продолжали держаться. А здесь все это упражнение, чтобы спину да? Руки держат. Отсюда. Прямо на меня. Во. Спину, 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 спину. Это упражнение, чтобы спину погнуть. Нет, не оставайся, не вытягивайся, да? Иди сразу на меня, ну, всем телом. Вот так. Иди сразу, всем телом. Ну, не надо рвать меня к себе, да? Задави меня. Во! Перед собой. А если вы попадете на семинар эндо-сенсей, эндо-сенсей разрешает вот такие вещи, да? Вот такие вещи. И поднимаемся. Меня вот сенсей не разрешает. Да, эндо-сенсей это упражнение. Есть такой способ выполнить технику. Не дать руки. Да? Не всегда получается. Дайте руки взять честно. Дайте. Оставьте перед собой. Если они сзади, их слишком легко задать. Вам может быть больно. Если они перед собой, попробуйте куда-нибудь задать. Сюда.
Сюда, вот. Раз, два, три, да. Вот в это положение попадать нельзя. Раз, два, три. Да, и кё. Придержите руку. И второй рукой здесь перед собой. Если будете делать так, то все. Здесь перед собой. И здесь вам, в принципе, будет немножко все равно, что именно вам сделать. Давай. Сейчас икки. Он бы хотел сейчас уцепиться, да? А я сам хочу еще что-нибудь. Давайте. Широлю. А, широк, а ты или висимы. Да, и кё так. Смотрели. Задушите. Да. Здесь он поднимает. Мне еще вообще тяжело. Очень. Его просто так поднять нельзя. А когда вас еще держат, тоже. Поэтому вот он. Он сам поднимается сюда, когда же он. Вообще, еду изначально там в книжках написано, что это для того, чтобы обезоруживать вооруженных, да, учился сюда люди. Нам, по-моему, вранье. Да? По-моему, его придумали как раз те, кого хотели обезоружить. Но как раз, чтобы нельзя было оружие отдавать долго. Да. Вот сюда. Угу. По центру. Иди зиме усай. Зажали.
хватает. Понятно тебе, да? Когда я ему даю руки, и он подходит, и он боком, и я боком. Никому, в общем, сразу быть стукнутым не хочется, да? Относитесь к этому. Да? Мы учим каждую руку по отдельности, для того, чтобы потом можно было две руки соединить вместе. Никаких новых здесь элементов нет. Да. Да? Ерунда, ну, ничего не случилось здесь, да? Я просто ушел. Уходи.
уходите. Да, не руками теперь. Уходите. Здесь вы сделали, ушли. Я вручаю три бывшие дипломы. Это ДАН, тем представителям ДОФА, которые сдали в прошлый раз. Павел Павлов. Если вы посмотрите дипломы на браслет, у них есть изумные знания. Можно не делать. Спасибо. Дмитрий Наумец. Вячеслав Шемелин. Дмитрий.